Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня мы в гостях в этом прекрасном гостеприимном доме у моей одноклассницы. И кто тут у нас? И давайте посмотрим, какая у нее красота. Дизайнер. Она у нас прям дизайнер. Так, отойдем. Не встать бы на вас, ребята. Посмотрите. Сегодня старый Новый год. Мы приехали отметить к ней старый Новый год. И вот какая у нее красотища. Какой у нее декор. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Вот это красотень. Вот это, а елочка-то красавица-то какая. Ой, вся огнями переливается. Надо у нее слезать декор. Ну, Илинуська. Ой, с Новым годом. Илинуська тут уже начала накрывать столик. Ой, какая тут у нее икебана. Посмотрите, как оформлены ложечки с вилочками. Прелесть, прелесть. Ой, тут тоже везде новогодний декор. Вот так вот буду отходить. Так, ребята, под ногами мне там не путайтесь. Вот такая красота. Прям целая дворцовая гостиная. И снова возвращаемся к елочке. Так, мы только еще приехали. Вот сейчас собираемся праздновать старый Новый год. Не налюбуюсь такой красотой. Волшебно. Ну что, девчонки сделали тазик оливье. Реально такой хороший тазик. Хорошо. Вот картошечка по-деревенски у нас. Мы же в деревне. Лен, мы в деревне? Да. А ты-то красившная, ну помахай, что ли, вот она, красотка. С наступающим, да, с наступающим старым Новым годом. Ой, Маша попал. Сейчас мы поставим жульенчик. Жульенчик у нас здесь. Сейчас мы все вам покажем, что тут девчонки наготовили. Да, вон какое дерево тут у нее есть. И везде бабки-ёшки, синие картошки. А вот Сашулька тут такой развалился. Понимаешь? Лень, ты пойдешь в YouTube-то, нет? YouTube? Да. Давай. Дорогие подписчики Аллы, надо сказать, что она фантастически вкусно готовит. Сейчас будет, мы не можем пока определить, потому что сейчас ждем все вместе гостей, когда все придут, но это так выглядит. Суши-салат, который первый раз мы в жизни пробовали. Мы находимся в очень гостеприимном доме. У нас друзей, которые тоже сейчас все сядут за стол и будут вместе пробовать. А самое главное, что подписывайтесь больше. Мы расскажем вам пару новых анекдотов в следующем. Спасибо большое, Леонид. Забыла, как по батюшке. Александрович. Александрович, точно. Александрович. Помог. Ну, в общем, вот, уже почти садимся. Гармониста вызывали! Сижу в холле. Ленусик, ты нам сейчас сыграешь на гармоне? Бабка-ёшка у нее здесь. Тренажер. Ой, чего только нет. А вон Леонид Александрович. За водой. О, Сашулька, Динамо бежит? Все бегут? Бегут все. А вот они, трио. Идите сюда. В общем, пока еще у нас тут приготовление. За стол не сели. Но будет весело. Всех со старым Новым годом поздравляю. Всем мира, любви, здоровья, счастья и всех благ. Ой, ляпота, ой, красота, ой, Ленок дизайнер. Ой, дизайнер Ленок. Да, Сашуль.
Чё Женя не берет? Не знаю. Чё надо сказать-то? Что? У нас конкурсы начались. Леонид Александрович выбирает предсказания на новогодней елке. Куда может глубже залезать? Я, честно скажу, там не была. Полез. А то сейчас полез в елку свалит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нашел? Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, давай, зачитывай. Отправился за шлемом македонским. Сразу скажу, что... Веселый пацан. Как это? Если вас... Так мы хорошо сидим. Да, если вас там поэтс-то обьют, то вы дайте знак помощи. Тому же задел. Здравствуй, Дедушка Мороз. У нас тут Дедушки Мороз не да. Ты, наверное, замерз. День бродил по городу, отморозил бороду. Клади нос на батарею. Я тебя сейчас согрею. Ты какой? Что? Это мы так стишки, подарочки отрабатываем. Хорошо, да. Девочка Лена, умничка. Держи подарочек. Ура. Сейчас подарю. Бегу. Давай ко мне. Ну, знаешь что, девочка Леночка, тебя омолаживаться, пожалуйста. Стишки у тебя детские, да? А да. Выглядишь ну, ты... надо омолаживаться а уже. А очень. Спасибо. Желтой глины намажемся. Да, да. А потом еще и наложим морковь с оливой. Морковь с оливой, класс. Санек и компания. Оп. 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 Сань, ты хорошо смотришься. Где он? Сбежал? Сбежал. Молодец. Сань, давай я тебя сфоткаю. Бетти, ты не дружишь с ними? Спасибо. Дело дошло до подарочков. Заваривать себе чаёк. Чёрненько. Ты любишь поцеловаться? Сынок, сыночек, поцелуй. Вот. А шимпланты я тебе на плечи год принесу. Не знаю. Хорош, Снегурочка, хорошая. Нам такие нравятся. Еще раз набис, пожалуйста. О, Лен, как у тебя хорошо получалось-то. Я учусь 3 года. Ну ты чего не играешь-то? Все, только я камеру включил, уже все сыграли. Ну, Леонид Александрович позирует. Лошадку нашли. Сфоткать? Сейчас. Вот мы на лыжной базе, сегодня тепло, народу много. В общем, везде побываем. И отдохнем, и погуляем. Ну что, у нас утро, второй день праздника. Мы идем гулять. Ну, вернее, мы пошли за мясом, заодно и прогуляться. Эй, братва! Братва! Помахали! Идем. Гуляем. О, Леонид Александрович. На лыжи. Бросай салат, вставай на лыжи. О, слышали? Бросай салат, вставай на лыжи. Идем, короче, гуляем. Лень, провожаем на лыжах. Лыж, бани, шашлык и шампанское. Вот, у нас все как положено. Леонид Александрович прогулялся на лыжах. Мы прогулялись так. Лыжня замечательная. Бросай салат, вставай на лыжи. Вот, бросай салат. Наш девиз. Бросай салат, вставай на лыжи. Шашлычок. Шашлычок от Саныча. Мы тут пьем. Плюшками балуемся. Пьем вкусный кофе. Капучино с мороженым, а мальчишки у нас... С водкой, девчонки добавляют. А мальчишки у нас ушли в баню, а потом мы пойдем, а они будут жарить шашлык. В общем, классно у нас. Первый пошел, Саня с легким паром. Спасибо. Телепузик номер один. А мы все кофе пьем. Что, давно мы не ели оливье. Салат купеческий, ой, овощи и шашлык. Ну какой старый Новый год без шашлыка, да, Сашуль? В общем, сейчас все опять группируемся у стола.
Давно не ели, говорю, за столом-то не сидели. Ха-ха-ха. Да, в рекомендациях пойдешь к кому-нибудь. Хочу сказать спасибо хозяйке этого дома за два дня чудесных, проведенные у вас в гостях. Всех любим, ценим, уважаем. Правильно? Ура! Ура!